Территория речного вокзала. Инженерно-геологические изыскания идут полным ходом. Исследование грунта, кабельных сетей. Накануне закончились сейсмические измерения. Все эти данные необходимы для проектирования и строительства жилого комплекса. Технике приходится работать в непростых условиях. Глубина скважин доходит до 80 метров. Впереди еще большой пласт работы для геологов. Влияние двух рек на мывной грунт. То есть добраться глубиной до основного грунта, чтобы опереться на него фундаментами, приходится очень глубоко забуриваться. Сваи будут длинными. Установят пробные сваи для испытаний уже в ближайшее время. Будет испытание сваи методом упругого отскока, это непосредственно при забивке этих опытных свай. И также будет испытываться сваи статикой. Напомним, планируется, что на этой территории построят многофункциональный комплекс с двумя жилыми домами, офисами. Здесь же парковка, рестораны, фитнес-центр, детский сад. По проекту объект станет единым целым с набережной. Когда начнется строительство, будет известно только после инженерных изысканий. Их планируют завершить в конце октября. Сейчас здесь шумно, и барнаульцев просят отнестись к этому с пониманием. Застройщик обещает проводить работы только в дневное время. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.